Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня шестой день уже на Тайване. На айс-сервере еще и первого не было. Все как обычно. Я надеюсь, вечером атака фортов у нас будет интересная, если она запустится на русском сервере. Но это опять же не точно. Так, что тут у нас подобавляли на Тайване сегодня? Что-то какая-то мега-мега суперация. Понятно. В общем, ладно. Все, остров сегодня уже пропал. Значит, завтра, послезавтра, где-то на этой неделе запустят через пару дней новый остров, где будут новые клюхи. Так, окей. Поехали, посмотрим. Ну, как... Ничего не поменялось, то есть, как видите, все то же. Так, поехали, соберем. Попробуем сейчас с тыковкой. Насколько у меня догадки, что будет все, скорее всего, таким образом. Через там на следующую обнову добавят следующего героя, и надо будет его здесь собирать. То есть, вам, соответственно, придется каждый день фармить. Плюс качать титул. Донаты же титул прокачают быстрее через донат. Из донаты будут ждать. Ну, скорее всего, это будет именно так. Потому что, ну, все время получать одного и того же героя тоже бессмысленно. Следующие левела по-любому надо добавлять. Что-то вообще первый этап вообще ни о чем. Так, пошли ниндзики. Первый там как-то печально. Печально и быстро. Так, тут у нас уже сразу старт. С гарпии. С бегом. Интересно, интересно. Я думал, кого-то пропустит. Не пропустила. Так, атлантики, медузки. Ну, то, что одна линия вот такая длинная, она дает возможность как донату, так и без донату, без проблем, думаю, зафармить. Тем более, вон, есть 4 таблетки рядом. Поставили тыковку первой и дальше других героев, без проблем, думаю, можно будет это пройти. То есть, как видите, герои не особо страшные. Вообще просто изи. О, стрелки, нифига себе. Вот это, кстати, интересно. Будут ли они выпускать орнитоптеров? Походу, да. Ну а типа, по идее, те должны станить, но они нифига не станет. Короче, такое, не знаю, я ожидал, что будет поинтереснее все-таки. Хотелось бы, чтобы они еще и били, когда бежат. Вот это было бы, наверное, интереснее. Понятно, что для бездоната... Это было бы более проблемно, но для доната было бы интересно, да и для многих. А так получается, вот вам вся локация опять же проходится. Просто заходишь, тратишь 5 минут на все про все, и на этом все закончено. Не успели мы даже его убить, ну, в принципе, все равно прошли. Так, а ну интересно, сколько у нас в итоге получилось. Так, это вчерашние бонусы. Ну, хорошо, что не проблемно собрать его. То есть, можно собрать не с топовым составом, то есть, его все соберут.
Я думал, что будет прям мега-мега вау. Дальше усиление. Ну, как видите, шестой день. И ничего, по сути, серьезного не произошло. Такс. Ну-ка глянем. Так, я хотел осколки посмотреть. 114, то есть мы уже больше половины собрали, а что Перкинам говорят? Так, надо золото. Золото у меня вроде здесь не особо есть. Попробуем его зафармить. Интересно, докуда я смогу докачать. Так, а ну интересно, что-то по поводу компенсации написали. За форты или ни хрена не написали. Золото надо. Сейчас интересно, докачаю ли я довол. На английском сервере я уже докачал. Плюс 5% на волны есть. Просто такие печальные все. Можем пойти, ну сейчас глянем. То есть надо фармить, ребят, не забивайте, кто хочет нормально иметь титул прокачанный, вам придется фармить каждый день, потому что без этого, особенно без доната, ну, практически нереально будет нормально прокачаться. То есть, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, понимаю, что, блядь, фармить одно и то же каждый день, 13 дней подряд, реально немножко напрягает. Да блин, сколько золота надо, вы чё, угораете что ли? Я уже запарился бегать в эти рейды. Дали б на ману хотя бы. Такс. Как же это вымораживает реально. Trying to keep my cool. I see, but you're pushing it.
Вот, то есть дальше даже мы не пройдем, не хватает нам итемов. У нас 36, то есть завтра на 7-й день только мы откроем 3% на архидемона. То есть надо целую неделю фармить, чтобы дойти до сюда. Ну, дальше у меня на английском тоже по 50 все идет, поэтому я не сильно думаю, что там прям разница будет. Ну, я на английском, может, раньше открою дальнейшие левела, посмотрим. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, атака фортов пройдет у нас успешно и удачно на русском сервере. Залетайте на стрим. Всем удачи, всем пока.